Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юдит, за микрофоном по-прежнему я, Андрей, сегодня мы с вами начинаем проходить, тестировать, я не знаю, игрушку под названием Anonymous Hacker Simulator Prolog. Пока что это только пролог, я вообще как нашел эту игру? Я лазил в опере, в этом GX, которая, и он постоянно предлагает какие-то игрушки. Я тут смотрю, что-то какая-то фигня, интересно, вроде бы картинки посмотрел, меня привлекло, но как бы... Картинки это картинки, нужно смотреть самому, что это такое. Если вам будет интересно, мы с вами попробуем дождаться, когда выйдет полная версия игры, попробуем с вами даже, наверное, полностью пройти ее. А сейчас давайте без лишних, так скажем, слов, нажимаем кнопку «Новая игра». Я тут просто забежал, потестировал немножко, потому что у игры из-за вертикальной синхронизации ограниченные 30 кадров были, но сейчас все нормально. Так... Это наш халупа. Катана, я тоже, кстати, катану хочу себе купить, но вот не могу. Чтобы получить доступ в наши коллективы, вы должны доказать свою квалификацию через различные гастроли и поднять что-то там. Теперь считайте это ваше... различным испытанием. Вы думаете, что у вас что-то там... Даже что-то опять не то. Или то. Вот я... Секунду, сейчас еще раз проверю. Игрушка пока капризничает у меня. Да нет, вроде бы все нормально. 60 кадров, но ничего не знаю. Так. У нас есть квартира. Посмотреть... Что у нас тут? Ну, живем мы так, скажем, не особо богато. Вот что-то, кхавчик какой-то, пиво везде, ну, хотя бы еще есть и запечатано. Холодильничек, хилко. Вот у нас тут, походу, это фотки семьи. Почему-то вот я уже не первый раз здесь замечаю вот эта штука из аэропорта. Выписка. Ну, такая, знаешь, чисто гетто-квартира. Ну, зато смотри, музла сколько, а что тут написано? Что-то... Час 30... Поймани ту... Что-то там. Я дальше не вижу. Тут много стикеров таких, на них что-то написано. I need to be on time of... I wanna find a real date or die like a real... Or stay... Чё, вот это слово не вижу. Alert. Buy card and keep anything it to yourself. Steal and buy once. Короче, ну у него так, типа, записульки. О, можно поспать лечь, но поспать мы пока не пойдем. Мы с вами должны ноутбук что-то нажать. В проектах киберпространства лежит подлинная паутина, область, где хакеры... Ну, короче, этот. Самый. Нижний интернет. Так. После подключения вы откроете множество заданий, которые проверят ваши навыки и покажут ваши хакерские способности. Эти задания продвинут вас в нашем сообществе. Так. X-Live, статус. Статус оповещения. Виртуальная личность включает фактор анонимности на 2. Прокси сервера. Так, ну, короче, температура низкая, нам говорят. Фактор анонимности, порог тела, тепла, а, порог тепла, производительность. Ну ладно, пока нам это пока что не нужно, скорее всего, да? Основные гикс, внешние заказы, завершенный гикс. Испытания по Wi-Fi. Разбудите мощь продвинутых инструментов для приведения проникновения. А чего? Проникновение. Фреймворов. У чего? Фреймворков. Эксплуатации и утилит для удаленного доступа. Оставайтесь незаметными с помощью функций, повышающих анонимность. Из зашифрованных сведений. При проведении тестирования ваших навыков в области взлома в цифровом мире придерживайтесь осторожности и ответственности. Ну давай, запустить. Так.
Сеть, ну вот, куплена, да. Но у меня пока что только Air O Crack есть. Кряк. Короче, это какая-то штука для сети. Понятно. Взлом паролей. Тест проникновения. Системы. А у меня бабки-то есть? Не, у меня бабок нет. Система, сеть. Серверы. Атаки. Ага. Фишинг. Кредитные карты. То есть мы можем... Мы можем что-то тут хакать, да? Подключитесь к вашему ноутбуку и перейдите на Underground Web. После этого принять новое задание, которое вас ждет. Так а чё? Это можно закрыть, да? А как принять-то? Подожди, ну... Underground Web. Внешнее задание. Что-то я пока ничего не понимаю. Сложно. А, во! Гиги являются основными способами заработки денег и оформления репутации. Существует два типа гигов, которые вы можете исследовать. Основные гиги, которые вы можете исследовать. Гиги продвигают сюжет в коллективе. Продвигают сюжет в коллективе. Боковые гиги. Ну, это понятно. DLC. Выбирая гиг, вам будет предложен список шагов для продвижения. Некоторые шаги могут включать в себя команду. Команду? Команд. Команд AirDump. В конце указывающую, что вам необходимо использовать терминал на рабочем столе для выполнения указанной команды. Ладно. Пройдите свои навыки взлома, вторгнувшись в защитную сеть Wi-Fi, чтобы получить важный пароль. Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие в мир интриг и обмана. Начните сканирование обнаружения сети. Команда AirDump. Да? Вот так вот берем. Ctrl-C. Терминал. В терминале вы можете вводить команды, производящие непосредственное взаимодействие с базой операционной системы. Команда обычно разделяется на несколько компонентов. Имя команды — это основной. Флаги. Короче, тут кодить нас учат. Типа, ну, ладно. Клавиша Tab — это клавиша, предлагающая автоматическое завершение команды. Понятно. Стрелочные клавиши позволяют перемещаться по ранее введенным командам. А, ну это понятно, понятно. Значение, ну это пофиг. Понял тебя. Так, Ctrl-V. Enter. Команда не найдена. Алло. Сейчас. Начните сканирование следующих команд AirDump. А, ну у меня это тут прописано, в принципе, это тоже могу свернуть. Начни сканирование окружающих сетей, команда... Вот я же прописал. Подожди, что-то не то. Мне это... 100% надо... Самому писать или что? Ну не может же такого быть, мы же мега-хакеры. Ну... Можно поставить один, нет? Ой. Вот. Сейчас. Если это все соединить, нифига. Команда не найдена. Интересно. Терминал — это понятно. Ну если я вручную попробую писать ком. Чё? Команд. Нет такого. А-а-а! Это не надо писать. Air. Или crack. А мне надо AirDump. Вот он. AirDump. Во-во-во-во. Да, теперь установите соединение с Wi-Fi. Супер Wi-Fi. Да, вот, и CCD. Супер Wi-Fi. Air Run.
Ir oran почему-то всегда. Ir. Ir oran. Ран. Рун. Рун. Рун, я сказал. Ir oran. Так, что тут? Убедите, что после флагов идет на-на-на-на. А, мне надо, скорее всего, Base ID вот этот ставить, да? Не то. Ir oran. Так вот. КХ, КХ, КХ. КХ1 у нас. КХ1. BSSID вот этот. Это копируем. Это вставляем. Бэм. Бэм. Connect to network. Я теперь супер хакер. Отправьте целевые фреймы D-out для Wi-Fi. Супер Wi-Fi. Aeroplay. Aeroplay. Я хочу писать сам. Aeroplay. Deus. Deus. А что у нас Deus является? А чё? Ну, отправьте целевые фреймы. The out. Для Wi-Fi, супер Wi-Fi. Сеть не найдена. Ну, естественно. Потому что мне надо что? А, вот, правильно. А почему? Чего? Па-па-па-па-пам. Правильно, неправильно. Секунду. Что-то... Сеть не найдена. Скорее всего, это то же самое. Вот это, да? Ща-ща-ща. Сейчас все будет. Я пока юный хакер. Во-во-во. Да-да-да. Это опять этот бейсит. Сеттинг. Вот ребродкаст. Во. Как сайт каптюрит. Так, что дальше? Попробуйте взломать целой Wi-Fi, используя словари. Aerohack. Air. Вот, теперь да, Aerohack. И теперь мне надо вот этот Base ID скопировать. И вставить сюда. Бам. Бум. Нет? Неправильно? Во. Скорее всего, вот это надо, да? Прям полностью вот так копируем. Тык. Нет. Хм. Так. Надо подумать. Подожди. Air. Охак, да? Если так попробовать. Рукопожатие не найдено, понятно. Рукопожатие не найдено. Достаточно интересно, я потому что особо не программист, и я в кодах не шарю, что тут, да как. Но ребятам, которые типа кодят, прям будет прикольно. Я думаю. Эйру... Чё? Ну давай. Эйру кряк. А если вот это удалить? И так просто, нет? Нифига. Точка кэп... А если точка кэп не удалить? Нет, нифига, рукопожатие не найдено. Подожди, ну здесь же написано что-то. Надо не торопиться. А в чем разница? Может, все-таки надо стрелочки вот эти поставить? Так, air, окряк. Вот это сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Нет, рукопожатие не найдено. Ну ладно. Так, попробую дописать сам. Вот это кэп. Кэп. Во, да. Все, я понял. Тестинг кейс. Еее! Вот это я понимаю, true hacking. Угу.
Во, все взломали. Чтобы продолжить свою следующую задачу, вам нужно приобрести дополнительное программное обеспечение. Перейдите в Underground Web и запустите Hackify, чтобы купить NMAP и что-то еще. NMAP. Тут еще музыка играет, я вот думаю, она мне это, ни хрена не заблокирует потом видео-то из-за этого. Так, запустить Hacky Lab и купить, это можно закрыть. А, зачем я браузер закрыл? И продолжить выполнение вашей, блин, я лох. Раздобудьте мощные что-то там. Подожди, низкая температура, это типа, скорее всего, это, блин, ну, локализация. Сейчас попробуем понять, это скорее всего этот. Недовольство или, как это назвать-то? По-человечески. Ребят. Возмущение, во. Вот это надо было купить, да? Что-то еще. Пока взлом паролей. На всякий случай давай еще прикуплю вот этот Джон. Пусть будет. Так. В процессе игры вы столкнетесь с миссией, представляющей необязательное или множественное выборы, которые повлияют на ваш моральный статус. Во, вот это оно и есть. Moral... элемент, да. Ваши решения определяют моральный компас вашего персонажа. Это повлияет на итоги игры. А, то есть все-таки здесь есть концовка, да? И определит, станете ли вы хакером или серой, белой или черной шапкой. Что за серая, белая, черная шапка, хрен ее знает. Взломаете местную дискотеку, которая нарушала общественный порядок и замечу, заменит все песни звуками животных, оставив диджея в замешательстве. Требуется NMAP и метастоп. Метасполит надо еще, значит, купить. Значит, а если мне сейчас денег не хватит? Метасполит. Метасполит. Ха-ха, смотри, как мне ровно бабок хватило. Метасполит, все, покупаем. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Покиньте свою квартиру и отправьте в центр города. Дополнительно найдите... Серьезно, даже так? Покиньте свою квартиру и отправьте в центр города. Дополнительно найдите ближайшее переподключитель питания, введите его идентификатор в верность... Верное программное обеспечение. Calculate control. А у меня такого нету. И запустите изменение программы обеспечения. Мне бы это еще все запомнить. Хорошо, давай попробуем. Е, открыть дверь, центр города. Вау, анонимус. А, у меня здесь ноут есть, ой-ой-ой. У меня тут попросило, если честно. Что это такое? Использовать мегафон. Внимание, обращаем объявление. Вечеринка на этой крыше должна закончиться. Пожалуйста, выключите музыку и расходитесь мирно. Производственная камера. О, посмотрите, кто-то тут играет в копа на крыше. Вы уверены, что-то там? Я сказал, выключите игру. Понятно. Извини, Перин, я не слушаю тебя из-за ритма. Давайте увеличим громкость и сделаем этот вечер эпичнее. Давай. Так. Дополнительно найдите ближайший переподключатель питания. Это дополнительно. Давай найдем. Да, вот он есть, да? А как? А чё? S400 у него, короче, написана эта штука. Я запомнил.
Не извиняюсь, то, что тут проседает что-то, я сам в шоке играю, ну, типа, наверное, только на раннем доступе, ребята, я надеюсь, пофиксят к тому моменту, когда она из бетки выйдет нормально. Подключать пилен, введите его идентификатор, вероятность происходения обеспечения. А у меня нет этого куркулькли. Его тоже, наверное, купить, да, можно? Сейчас посмотрим. Это понятно. Сейчас. Система. Сеть. Я денег вообще нема, да? Система. На CCC. Нет. Кредит, мисс, файл, вредоносное БО. Как? Циркулил. Циркут. Нет, это кредитные карточки. Серверы. Сеть. Нет, Циркут XL у меня нету, к сожалению. Так. А если прям через отсюда? Вот так вот. Тык. Ой. Экзе. Нет. Не найдено. Это чё? А, это я могу все открывать, да? Блин, я, к сожалению... У меня нету вот этой штуки. Программное обеспечение Циркут XE. Нету у меня этой штуки, да? Marketplace. Это комп апгрейдить можно. Ох, нихрена себе. Medium апартаменты можно купить. Проводник. Passwords, files. Next. А, во, есть! Циркул Control. Есть. Ага. Так. И загрузите изменения программного обеспечения для отключения питания. Inject. Есть Ctrl-F, нет? Нету штуки. Input. Inject нужен, да? Я здесь ничего писать не могу, да? Inject. Нет, нифига не могу. И редактировать я его не могу. Странно. Подожди. Проводник, дом, Мерлов. Сейчас, секунду, наверное, что-то... Мне даже интересно попробовать сделать вот этот доп. Найдите ближайший переподключатель питания. Введите его идентификатор в верное, его вредоносное программное обеспечение. Ага. И загрузите изменения программное обеспечение для инициации питания. Inject. А как? Тут нету. Есть input. User input. Нет, это я тоже изменить не могу. Консоль void, что-то фигня какая-то. Ладно, давай, допустим, опустим этот момент, потому что хрень какая-то. Запустите сканирование. Nmap. Открывайся. Получите доступ к нему через терминал. Что за фигня? Nmap. А ID какой здесь? А, ну вот, нам дают тут IP. Спасибо, что хотя бы IP дали. Поехали. А мне обязательно, короче, эти две стрелочки ставить. Я понял. Поехали. Так, эта система SEO скорее будет уязвима для FTP bounce attack. Эксплойты можно приобрести. Угу.
Так, подключитесь к серверу, используя доступный эксплойт. Use. Use. Name here. Version. Т-т-т-т-т. Name. Ага. Вот так вот давай сделаем. Уязвимая FTP Bounce Attack. FTP Bounce Attack. Version 1.0.0. ITP. Подожди, а порт, скорее всего, на порт здесь не name bounce, так вот этот. Вот эта штука надо сюда вставить. Version, IP, IP. IP вот это мы копируем. Так. Бам, бам. Не? Что это не так? Когда слишком много букв, я начинаю теряться. Use. Еще раз use. X name here. А если name here все-таки поставить FTP bounce attack вот этот. Но скорее всего нет. Version и IP. IP у нас вот этот. Правильно же? Бам-бам. Эксплойт недоступен или nine может быть использован для вашей системы. А если поставить, знаешь что? Bounce атака, вот эту штуку. Мета. Что там мета? О. Сп. Лойд. Мета сплойд. Сплойд не найн, можете. Да ёпта. А как? А... Блин, я дурак. Знаешь, в чем проблема? Короче, прикол-то в чем? Вредоносные ПО. Я же видел его где-то. Вот этот Bounce Attack. Он стоит 10 баксов. А я когда покупал вот этого Джона, у меня должно 50 было еще остаться. Так, ребят, вернусь через секунду. О, зацени, я, короче, смог воспользоваться этим Circuit контролем. Так. И чё? Has been cloned and saved. Так, он склонирован и засейвен. Я только не знаю, зачем. Вредоноску я внес. Смотри, продолжаем. Я, короче, перепрошел моментик, там буквально 5 минут мне потребовалось. И сейчас сидел, разбирался, что вот как вот с этим вот доп. Заданием поступить. Потому что это фигня какая-то. Так, запустите сканирование Nmap. Секунду. Я теперь уже профессиональный хацкер. Nmap. Бам, бам. Все. Смотри, теперь мы делаем use. Мне нужно, смотри. Скорее всего, эта система будет уязвима для бонус атак. Смотри, теперь мы идем в underground в этот. Bounce attack. Где? Вот он, bounce attack. Покупка. Да нафиг, закрываем. Сейчас у меня этот bounce attack есть. Сюда. Use. Это сюда подставим. Name here. Bounce attack. Version. И IP-шку берем отсюда. Бам, бам, бам.
Чач, в смысле? Ты чё, питон? Хорошо, давай по-другому. Давай через use. Нет, не use, а inject. Inject. Сюда мы вставляем число, а именно вот этот IP-адрес. Допустим. Бам. Сюда. Сюда. И файл. Bounce attack. Сюда. .exe. Да ёпты. Давай, exe. Файл не найден. Хорошо, давай попробуем так же, как он мне писал. Допустим, команда use. Name here. Name here это что? Ну, это скорее всего, да, вот этот вот. FTP. Так. Да, там трень, паспорт. А где? А так. Может, не загрузил? Сейчас. Что хрень? Смотри, IP 100% надо вставить вот этот. Версион 1.0.0. Правильно? Правильно. Где мой Darknet? Ой, вспомнил название. Где? Вот этот. Bounce attack. Эксплойтный сервер. Я его даже купил. Почему он не хочет этот bounce attack использовать? И почему он у меня не появился? Это достаточно странно. Во! Заработало! Видимо, я там где-то накосячил. Так... Кредитные карты и счета. Во время ваших хакерских попыток вы можете наткнуться на личные данные кредитной карты и связанные счета, сохраненные на компьютерах других людей. Используйте эту ценную информацию в своих целях, торгуя и конфискуя их имущество на занимаемой подпольной сайте. Короче, понятно. Продажа их аккаунтов может не вызвать никаких красных флагов, но обработка кредитных карт может значительно увеличить ваше напряжение. Тепло, не знаю. В зависимости от суммы и метода, который вы будете выбирать. Убедитесь, что вы полностью изучили каждый каталог на взломанном компьютере в списках ценной информации. Понял. Чтобы загрузить файлы вредоносной программы, обеспечение на целевом устройстве, сначала выберите эти файлы, которые хотите загрузить, используя меню загрузки. Затем введите команду upload, чтобы начать постоянную загрузку. Понял тебя. Подожди, я еще ничего не хочу. Тихо. Что-то мы нашли. Нет? Build right. Compute system. Select target. А, у меня время идет, да? Алло, отдай. Не отдает. Вот отдает. Так. Запустите сканирование, подключусь к серверу, используйте данный экспонент, дайте файл с именем DJ Broadcast MP3.
удалить этот файл. Давай сначала скачаем этот файл и удалить. Movies info. CC. Это что? А, это как раз таки... Смотри, это как раз таки этот, карта. Это его карточка. У меня есть еще 50 секунд, минута. А, где? Быстрее, аккаунты. А, кредитные карты. Уйди! Шаешь. А, ага. Да, блин. Номер карты, дата истечения срока. 10.23. 10.23. CCTV. 353. Ха-ха-ха-ха. 353. Coin конверт. Shadow Shift. Coin конверт. Сеть кредитную карту. А, доступный баланс 50. И... процентов по 3 перевод, баланс 40, 5, вообще говно какое-то. Вот это самый адекватный, да, вариант? Подожди, здесь где-то 50 было, нет? Вот это, да? Давай перевести баланс, нафиг, мне все. Сколько у меня? 13 секунд. Давай скачаю, на всякий случай удалю. Я тоже скачаю, удалю. Movies, downloads. Загрузить. Мне надо загрузить вредоноску, да? Блин, а если не успею? А мне интересно, что будет, если я не успею? Загрузите файл Animals. DJ Animals. А я закрыл, да, уже? Подожди, мы сейчас возьмем с тобой и еще раз вот эту команду пропишем. Да? Да, вот так вот просто еще разок. Ну типа якобы мне времени не хватило, ребят. А, загрузить. А, загрузить. Attacks, uploads. Words, files, broadcast mp3. Не, мне надо. Да ёпта. Внимательно следи за своим фактором нанести. Он достигнет тревожности уровня, только внимание противника. Да ничего, нормально. Ага, понял. Да тихо. Подожди, мне надо посмотреть, где у меня этот файл. Animals. Где у меня Animals эти? А, Uploads, понял. Все, понял тебя. Давай еще раз. Еще разок. Поехали. Все, поехали. Не то включил. Uploads. Animals. И чё? Это мой. Загрузи, ну. А чё? Ну да. А дальше это чё? Я не понимаю. Удалить файл. Статус оповещения. То есть мне за этим за всем следить нужно. Блин, это достаточно хоть и интересно, но сложно.
Да, у них там четкий музон, я все понимаю, но, блин, я хочу разобраться, как мне загрузить, это достаточно непонятненько. Заходим еще раз. Не мужа. Ну? Я только могу удалить отсюда. Чтобы загрузить файлы вредоносной программы обеспечения, сначала выберите эти файлы, которые используются, затем введите команду. Понял. Бегом. Uploads. Animals. А, потом. Что надо писать? Upload. Upload. Так. Все. Файл был загружен. Disconnect. Disconnect. Все. Ваш ранг штрафов. А, шериф или чего? Что это такое? Шифра, да, понял. Тепло. Все. Можно, да, сворачиваться. Ну, бабок зато своровали, да? Неплохо так-то тоже. Так, все, мы сваливаем. Покупка в магазине, перевод с кредитной карты, статус оповещенности. Да, ну большой. Он будет снижаться, нет? Или он сам по себе вот просто сейчас останется такой и все? Ну и мы все, мы сваливаем, верно? Лошары. Хорошо, это научит этих дураков не беспокоить общественную среди ночи. Верните свои апартаменты и введите новые задания, которые на вас что-то там. Вернуться домой. Как вернуться домой? Ага, понял. Домой. Так, ребят, на этом мы с вами сейчас закончим, пожалуй. Потому что я тут туплю много пока что, но это нормально. Я потому что в кодах вообще не шарю, особенно вот эти хакерские движения. Но, если вам будет интересно это, пишите в комментариях, ставьте лайки, я вижу по вашей активности. А так, всем удачки, всем до новых встреч. Не забывайте про Telegram, он в описании. Всем пока-пока.